Добрый день, уважаемые, с вами снова я, это 72-я серия пиратского самозамеса, и сразу скажу, что этот микс будет на капелле. Уже давно просили такие рецепты. Думаю, что все уже в курсе, что на днях на канале начался эпический розыгрыш жижла около 50 призовых мест, 95% из которых это целая линейка жидкости. И пара лайтовеньких розыгрышей в двух видосах перед этим. Если кто еще хочет принять участие, welcome. Розыгрыши совсем скоро, один даже, по-моему, сегодня будет. Или завтра. Ну и давайте вспомним, что было в прошлой серии. Мы начали мешать бороду. Микс был похож на Bert Vape Co. 32. Попробую, что из него получилось после недолгого настаивания. В общем, этот рецепт я делаю для тех, кто просил выпечку. Получилось вкусно, но настаивания еще недостаточно. Коричневая булка нормально чувствуется, банановое послевкусие где-то совсем на фоне стало мягче. Если хотите, чтобы было больше выпечки, капните туда 10 капель ацетилпиразина. Теперь сегодняшняя серия рецепты аромки все так же предоставлены магазином cloudbar.org. За это им огромное-преогромное спасибо, ссылку на них вы найдете в описании этого видео. Если напишите коммент к прошлому самозамесу, можете поучаствовать в розыгрыше аромок от Cloudbar. Просто за коммент. А теперь борода, которая Bert. И следующим миксом в линейке будет Bert Vape Co. 51. Это квинтэссенция классического ванильного заварного крема. Для его приготовления понадобится 4 ароматизатора от капеллы и 2 ТПА, ну что поделать. И это будет самый ванильный рецепт из всех, что был на канале. Позавидует любая ванильная телочка, которая сидит с чашкой кофе на подоконнике и думает о нем, или как там было во времена ванилек. Хотя тут, наверное, одни дядьки сидят, что вы знаете о ванильках. Ладно. Основа вкуса, тут нет основы вкуса, тут все ванильное в разных пропорциях, в общем ванилем, и буду называть аналоги от ТПА, у меня почти все на капелла. ТПА ванила капкейк, 4%, 39 капель, 1,2 мл. Ванила whipped cream, 4%, 39 капель, 1,2 мл. ТПАшная аромка называется просто whipped cream. А кстати, есть тут кто-то, кто смотрит со времен? Вшипит крем. Ладно, может быть еще помните эту тему. Поехали, ванилим дальше. Capella French Vanilla, 2%, 18 капель, 0,6 мл. У ТПА эта аромка называется так же. Следующим будет Capella New York Cheesecake, 2%, 18 капель, 0,6 мл. Это добавит немного выпечки. Арома от ТПА это Cheesecake Graham Crust. Capella Vanilla Custard, 2%, 18 капель, 0,6 мл. У ТПА называется аналогично. И последний арома ТПА Sweet Cream, 2%, 18 капель, 0,6 мл. Вот, ванильно-кремовый ништячок. Чтобы он полностью стабилизировался и раскрылся, нужно настаивать его от 2 недель, лучше 3. Но вкусно будет и сразу, я уверен. Пропорции, которыми я пользовался, как всегда, в калькуляторе по ссылке под этим видосом. Я залил готовой базой 70 на 30 под названием Happy Vapor. Каждый раз об этом говорю. Попробую, что получилось сразу после смешивания. Я смешивал с одинаковыми пропорциями, то есть там не подстраивал под ТПА, под капеллу. Вот как в рецепте я так замешал и ТПА, и капеллу. Одинаковый процент. Хотя, по идее, ТПА нужно было, наверное, чуть больше. Но посмотрим. Ваниль. Но ванильно и на ТПА, и на капелле. На капелле мне нравится больше. Как описать этот вкус? Ванильный крем с легким послевкусием выпечки. Зайдет любителям кремовых десертов. Ладно, посмотрим, как он заванилится после настаивания. На ТПА вкус чуть менее выражен, на капелле он поярче. Еще раз скажу, что мне больше понравилось на капелле. Как всегда, добавлю рецепты серии в калькулятор. Ссылка на Яндекс.Диск в описании этого видео. С подписью, ссылка, которую вы не можете найти. Также напомню, что на канале идет куча розыгрышей, ближайшие уже завтра или сегодня. Если еще не подписался, нажимай кнопку подписаться и колокольчик, где он тут, где-то вот здесь, колокольчик рядом с ней. Это чтобы не пропустить новые видео, новые розыгрыши ништяков. Они скоро будут еще. Ну и конечно же не забывай про Инстаграм с рецептами, там появляются миксы не только из видосов. Ссылка также в описании этого видео. Спасибо, что досмотрел до конца, приятного и пока. Видимый свет, словно от свечи, горит.